Привет, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой сегодняшний гость видит духовный мир так, как мы видим наш обычный. Он учит этой способности тысячи людей. Вы хотите узнать о том, как эта способность делает людей просто непобедимыми? Смотрите. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Сегодня с нами Блейк Хилли. Блейк является директором Вифильской школы служения в Атланте, Америка. Он обучает тысячи юношей и девушек служить силой Господа, благодаря которой он служит людям. Блейк, я должен признаться вам в том, что я завидую. Вам? Белой завистью. Вы заглянули в духовный мир, когда вам было еще только 2 годика. Как же это произошло? Вы ведь были малышом тогда. Это происходило поэтапно. Когда я был маленьким, то все, что я видел в духе, было для меня обычным делом. Я воспринимал все видения с верой. Когда мне было 9 или 10 лет, то когда я говорил о том, что я видел в духе, то на меня смотрели как на странного. И я думал, наверное, мне не стоит рассказывать об этом, ведь мои родители меня просто не понимают. Родители верили во Христа, но не понимали вас при этом? Да, мы выросли в церкви, где прихожане не понимали и не искали сверхъестественного. Меня разбирает любопытство. Когда вы видели ангелов, то они выглядели как люди? Вообще, как выглядели ангелы? Они были в белом? Ангелы напоминают людей. Во время богослужения я видел ангелов, напоминавших девушек с виду. У них длинные волосы и золотые одежды. Они подпрыгивали и танцевали на собрании прославления. Это захватывает больше, чем развлекательные шоу. Да? Итак, прошло время, и вы начали видеть темную часть духовного мира по ночам. Что происходило в это время? Да, я видел демонов, когда я был маленьким. Я не испытывал страха в виде бесов. Я смотрел на них издалека. Когда мне было 9 лет, ночью меня начал одолевать страх. Я видел проявления бесов. Иногда я не мог заснуть часами и не спал буквально до утра. Я просто цепенел от страха. Вы рассказали родителям о своей боязни? В то время я прекрасно понимал, что мои переживания не были обычными переживаниями. Я рассказал им о том, что я испугался. Они дали мне молитвы и плеер, на котором я крутил диски с духовной музыкой, но ничто из этого не помогало мне долгие 3 года. Я просто пытался как-то отвлечься. Потом Господь жалился над вами. Он отправил родителей вместе с вами в другую церковь, которая верила в сверхъестественное. Как это повлияло на вас в этом возрасте? Это стало поворотным моментом. Мы переехали в другой город и пришли в новую церковь. Там учили о дарах Духа, в том числе и о пророчестве. Я прошел уроки о пророчестве и узнал о способах слышать Божий голос и о видениях. Наконец-то люди помогли мне понять происходившее. До этого я не знал, схожу ли я с ума, или это дьявол пытается разрушить мою жизнь. А как вам удалось избавиться и освободиться от того страха и робости, которую вам навязывали бесы? Христиане помогли мне понять, как и почему все это происходило. Поэтому я с уверенностью шел к родителям и рассказывал им о предстоящем. Мы общались с лидерами. У них не было такого дара, как у меня, но они были знакомы с теми, у кого он был. Я получил откровение о нападках дьявола на меня и о том, что я не сошел с ума. Я понял, что Бог дал мне талант, который я должен развивать. Я осознал то, что это происходит со мной не просто так, и то, что мне нужно возрастать, оттачивая этот духовный навык. После разговора с лидерами бесы продолжали приходить ко мне, но я уже освободился от страха. Прошло 7 дней, и бесы перестали навещать меня. Вы помогаете тем, кто боится?
Да, я верю в то, что Господь Бог не дал нам духа страха. По этой причине я написал эту книгу. Нам нужно не только изгонять страхи, но жить так, чтобы отбрасывать нападающего врага далеко от себя. Когда я был начинающим последователем Небесного Отца, то я плохо понимал то, кем я являюсь во Христе Иисусе. Это откровение помогло мне отражать вражеские атаки как следует. А в начале моего духовного пути я просто не понимал, что имею настоящую власть. Вы изменили свою духовную обстановку благодаря тому, что вы поняли то, о чем говорится в Священном Писании, в Библии. Кроме того, вы научили других людей этому. Вы верите в то, что никто не уничтожит вас. Вы уйдете на небо тогда, когда этого захочет Бог. Я верю в это. Я верю в то, что Бог помазал своих детей, и поэтому стрелы врага не повредят вам. Я не имею в виду, что мы больше не увидим испытаний. Я имею в виду, что нам необходимо жить перед Богом таким образом, чтобы мы научались управлять испытаниями и побеждать в этой жизни. Вы написали книгу от Бога. Это так, потому что она сделает непобедимым и вас. Блейк, у вас есть удивительное откровение о свете и о темноте. Это просто супер. Оно великолепно, потому что оно есть в Библии. В Священном Писании мы часто видим свет и темноту как символы Царства Небесного Отца и Царства Сатаны. Мне нравится эта замечательная метафора. Ведь свету не нужно делать что-то, чтобы вытеснить тьму. Он просто сияет. Он появляется. Да, если я войду в свой кабинет и включу свет, то темнота не уйдет постепенно. Мрак уходит при появлении света. А вы понимаете, что суть состоит не в том, что замыслы Всевышнего Господа — совершение планов сатаны. Суть состоит в том, как мы смотрим на жизнь. Мы — дети света, и через эту призму мы должны смотреть. Вы выступаете, ссылаясь на Священное Писание и опираясь на свои духовные видения. Враг расставляет нам ловушки и капканы. Расскажите о том, как он использует стыд в нас. Когда я был моложе, у меня был друг. Я постараюсь быть кратким. Мой друг злоупотреблял психотропными веществами. Шли годы, ему удалось победить все зависимости, кроме алкогольной. Он хорошо держался несколько месяцев, потом он сорвался и ввязался в события, из-за которого ему пришлось сесть в тюрьму, но ненадолго. Его лишили водительских прав. Однажды я увидел этого приятеля в церкви. Я спросил его: «Ну что, как твои дела?» Он осуждал себя за свои грехи. Его донимал один конкретный бес. Каждый раз, когда приятель винил себя, я видел, как бес опрокидывал на него канистру с маслянистым темным веществом. Это выглядело буквально, как его окатили кадушкой с маслом. Вам выпала возможность служить многим людям. Я так рад тому, что Бог открыл вам этот путь. Благодаря этому верующие люди развиваются в духовных дарах. Я тоже рад. Мы набираемся опыта. Я видел, как бес сел другу на шею и поливал его какой-то гадостью. Я попросил друга прекратить осуждать себя. Я увиделся с ним несколько дней спустя. Тот же самый демон наносил ему маленькие ранки. Это его травма и боль. Одной рукой бес делал надрезы, а другой махал бутылкой. Этот приятель пришел пьяным в церковь. Приятель заметил, что я понял, что он вернулся к своему старому пристрастию к алкоголю. Тот же самый бес обливал его стыдом опять. Во мне буквально поднялся Божий гнев. Думаю, вы понимаете то, что тот же самый бес, который мучил его, вторгаясь в сферу ценностей, осуждал и пристыжал моего друга за пренебрежение этими ценностями. Это был замкнутый круг — осуждение, потом разрушение и так снова. Стыд давит на христиан. Есть зрители, которые совершили много грехов и ошибок. Время от времени они вспоминают о своих ошибках. Стыд придавил вас, как плита. Как мы можем освободиться от этого стыда?
Если вы действительно покаялись и перестали думать о грехе и живете по-другому, то Бог приглашает вас обрести себя в вашем Господе Иисусе Христе. Когда вы примете себя таким, каким видит вас Бог, стыд перестанет мучить вас, он исчезнет. Святой Дух обличает вас, помогая идти по пути истины. Стыд пытается навязать вам свое мнение о вас. Он хочет, чтобы вы думали о себе, как о грешнике. Святой Дух приводит нас к покаянию и возвращает ко Христу. Он меняет жизнь. Когда ваш несчастный приятель, страдавший от пьянства, пришел в себя, то, если я не ошибаюсь, демон оставил его и нашел другого человека, так? Да? Расскажите о даме, которая научилась слышать голос Бога. В конце собрания люди выстроились в очередь получить исцеление. Ко мне подошла женщина, и я спросил ее о теме молитвы. У нее были проблемы с работой и проблемы с мужем и с детьми. У нее была куча проблем. Я начал молиться за нее и увидел позади нее трех ангелов с сумками. На сумках была интересная надпись «Рабство». Ангел достал из сумки письмо, на котором стоял оттиск «Рабство». Я сказал ей: «Господь Бог желает общаться с вами. Он желает разделить свои мысли с вами. Вы общались с ним?» Она ответила: «Нет». Я помолился о ней, спросив Господа о ее работе. Я увидел, как ангел вскрыл письмо и как золотая рука писала на нем. Потом он перевернул письмо, из него посыпались другие письма. Золотая пыль посыпалась на ее голову. Я спросил: «Вы что-нибудь чувствуете?» Она ощутила покой. Чувство мира пришло в сердце этой сестры. Я подумал: интересно, а что Бог скажет ей о муже? Ангел вскрыл письмо и высыпал содержимое на ее голову. Она увидела себя и мужа. Они гуляли и общались друг с другом. Она ответила: «Эта мысль пришла мне в голову». Я ответил: «Бог показал мне то, что Он хочет сделать». Проблемы на ее работе решились, и она восстановила отношения с мужем и детьми. Нашей сестре удалось восстановить отношения и с мужем, и с детьми. Это произошло благодаря ее желанию научиться слышать голос Бога. Бог желает, чтобы все мы научились слышать Его. Нам не нужно спрашивать Блейка, что Бог говорит мне. Блейк увидел проявление Божьей славы на земле в конце времен. У меня не хватает терпения узнать то, что он увидел. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Блейк, вы знаете, я думал об этом несколько раз. Происходит ли что-то в духовном мире прямо сейчас? И что именно? Поведайте нам. Я рад сказать об этом. У каждого из присутствующих здесь и у вас есть ангел, который служит вам и сейчас. Это обычное дело, поверьте. Я увидел трех божьих ангелов в этой части студии передачи. Это сверхъестественно. У них золотые посохи и большие красивые крылья. Каждый из перьев крыльев имеет свой цвет. Я спросил Бога о смысле увиденного. Сегодня будет передача даров. Это передача даров, которыми мы, к сожалению, не пользуемся. Бог призывает церковь возродить дары, которые у нее были. Блейк, сейчас вы рассказываете о том, что представляет важность для наших телезрителей. Вы называете это явление кладбищем мечты. Да, Бог дал мне видение, которое я помню до сих пор. Я стоял перед домом и играл с детьми. Потом повернулся и увидел Иисуса, стоящего возле въезда в наш гараж. Христос был славным. Он высокий, и на нем была красивая одежда. Позади него я увидел просто гигантские ящики с картотеками. Ящики были столь высокими, что они заслоняли солнцем. Эти ящики окружали нас со всех сторон. Я спросил Бога, что это означает. Он сказал: «Это кладбище». Я подумал, почему они стоят перед моим домом? И он ответил:
это кладбище мечты. После этого я подумал, неужели вокруг меня живет столько соседей с разбитыми мечтами? Это кладбище разбитых мечтаний всей планеты. Я задал правильный вопрос, кому принадлежали эти мечты? Бог сказал, это мои мечты. После этого я разглядывал гигантские полки. Некоторые полки выглядели красиво, они были отделаны мрамором и золотом, на них были цветы. Другие полки были простыми и серыми, обычные картотеки. Я заметил разницу между такими шкафами. Иисус сказал, «Не все мои мечты сбываются». «Ты хочешь увидеть их?» Он открыл один из ящиков. Ящик был длинным, и он был заполнен исписанными листочками бумаги. Он достал все эти листочки. Содержимое листочка напоминало мне самый подробный бизнес-план из всех, что я видел. Там были расписаны все сотрудники и наименования оборудования, необходимые для осуществления цели автора этого плана. Грандиозный план так и остался планом. Затем Иисус Христос открыл один из красивых ящиков, отделанных орнаментом. Я испугался, потому что там была пара ступеней. Я нагнулся и увидел все тело человека. Я посмотрел на Христа, и Он сказал, «Все мои мечты исполняются через моих детей». Я сразу понял, что исполнившиеся мечты представляют собой места, где люди отдали свои жизни ради планов Господа. Они посвятили жизнь и время для осуществления Божьих целей и планов. Серые ящики символизируют людей, которые выбрали не делать этого. Они оставили Божий план. Я понял то, что серых ящиков больше, чем ящиков, украшенных орнаментом. И в тот момент я не на шутку разозлился. Я сказал Богу, «Зачем? Ты мечтал обо всем об этом». Я перестал злиться, ведь Иисус ответил мне, «Хотя мои дети подводили меня, я никогда не терял, надежды о них». Потом он сказал, «А хочешь посмотреть на свой ящик?» Иисус перешел к разделу, где были открытые ящики. Они были пусты. Иисус открыл мой ящик. Мой ящик выглядел как гроб. Он был с мягкими тканями. Он был как обычный ящик с карточками. В то время я был чуть толще своего ящичка. Я сказал полушутя, «У меня маленький ящик». И он ответил, «Ты прав. Здесь нет места твоим мечтам, а только моим. Так что не переживай. У меня есть мечты для тебя». И в ту минуту я понял, что Господь Бог не забыл о моих мечтаниях, и что Он не задерживает их. Он предложил мне довериться Ему. С этими мыслями я шагнул к собственному ящику. Через секунду после этого случилось то, что случалось со мной в далеком прошлом. Это перемешалось со всем, что я видел в прошлом. Оно стало реальным здесь. Однако это было целостное видение. Я был в сознании и слышал крики играющих детей, но в те минуты передо мной было только видение. Я оказался на небесах, на высоте самолета. Я посмотрел на город с высоты. Я посмотрел налево и направо. Другие люди были на воздухе со мной. Я повернулся и увидел Иисуса Христа в Его славе. От Иисуса исходили лучи света, лучи чистого, белого света. Это были прямые лучи. Лучи достигали каждого человека, и, проникая в людей, они преломлялись в разные цвета, подобно призме. Лучи славы Господа продолжали превращаться в различные силуэты, фигуры и разнообразные движения. Некоторые выглядели привычными, другие лучи стали геометрическими фигурами. После этого Иисус сказал, «Понаблюдай за лучами». Я посмотрел вперед, и я словно преодолел большое расстояние и увидел соприкосновение Его света с разными местами.
от великих до самых малых. Я видел Божью славу на школе. Я видел проявление Его славы в школе. Его слава коснулась компании Fortune 500 также. Я видел проявление Божьей славы и на ней. Люди не были ошеломлены Его духом и славой. Он явил славу в уникальной форме в том месте. Он являл ее во многих местах, в каждой сфере общества. Дети Бога бежали на помощь к тем, у кого горе, и к тем, у кого нет родителей. Они несли им исцеление. Это было самое прекрасное зрелище в моей жизни. Это продолжалось часами. Я моргнул и оказался возле собственного гаража. Вот так и прекратилось это видение. Но это было очень славное видение. Жаль, что вы моргнули. Жаль, что я моргнул. Я оказался возле гаража. Иисус был возле меня. Я спросил, произойдет ли это в будущем? Возможно ли такое вообще? Что это? Он сказал, это уже началось. Потом я понял, как теперь описать прихожанам общины Божью славу на богослужении наилучшим образом. У меня есть представление о ней. С детства я помню, что такое слава Господа Бога. Это было в школьном лагере. Есть много мест на земле, и я не знаю, как выглядит Его явленная слава там. Как она выглядит в магазине, в кабинете юриста или в больнице, мы идем по пути, по которому мир не ходил еще. Дорогие мои, старые пути не помогут нам. Нам с вами поможет исключительно наше личное познание Бога через Иисуса Христа. Попроси Бога простить тебя за грехи. Поверь в то, что Он простил тебе абсолютно все грехи, потому что Иисус заплатил цену за тебя на кресте. Скажи сам, «Господь Иисус, приди ко мне и вселись в меня. Будь моим Богом, помолись Господу прямо сейчас». Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Кэти Сьюза. Можем ли мы восстановить юность, долголетие и обещания, которые принадлежат нам? Можем ли мы победить дух смерти? Смотрите следующий выпуск Сида Рота. Я расскажу о победе над духом смерти и как исполнить ваше предназначение. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более 1000 планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю 2,5 раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы.
у Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН, онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно», предлагает круглосуточный прямой эфир в программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня.